опасения подтвердились. Федерация воспроизвела систему орбитального оружия из обломков Одина. Скоро они смогут ее использовать? Неизвестно. Данные, которые вы собрали, отправлены на РАД в Колорадо Спрингс. Министр обороны ждет от вас отчет. Киган, ты отправляешься в Колорадо Спрингс. Еще бы. Встретимся тайно завтра в Вегасе ровно в 12. Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Нужно пройти через ворота. Ясно. Эй, а где Райли? Шум подняли быстро. Я не видел его с тех пор, как мы здесь. Сколько еще? Уже немного. Держись с левой стороны. Мы почти вышли. Thank you.
Логан! Ты в порядке? А ты как, Мэри? Порядок. Но нам нужно уходить, пока нас не засекли вертолеты. Если выберемся на улицу, я найду нам транспорт. Потихоньку. У них численное превосходство. Господи. Прошла насквозь. Логан, сможешь его понести?
Открываю огонь! Гейдер-2, пошли! Центр, это принц 2-0! Мы нашли, ребят! Гост-6, подбросить вас до дома! Конечно! Давай, Логан, мы уходим! Центр, это принц 2-0! Загрузка окончена, возвращаемся на базу! Вас понял. Молодчина, 2-0. Если призрак погибает, его тело кладут лицом вниз, так, чтобы голова указывала в направлении дома. Оружие кладут рядом. Мы поступаем так всегда, и когда наши павшие оказываются на том свете, они следят за нами и за нашими врагами тоже. Отец умер. Это нельзя было изменить. Но мы с Логаном, мы все еще здесь. Федерация все еще здесь. Рорк еще здесь. Война не кончилась. До этого еще далеко. Что ж такое? Прощай, пап. Мне не сравниться с тобой. Но я буду пытаться до конца. Судно «Либератор», говорит «Фантом 2-2». Мы приближаемся. Понял, Фантом 2-2, даю разрешение на посадку. Палуба готова. Мэрик, надо идти за ним. Мне нужен Рорк. Никак нет, Кэш. Спутники Федерации выходят на позицию. Если они заработают, Федерация сможет поразить любую цель в любой точке мира. И какой план? Мы ставим на кон все, что у нас осталось, включая наш последний корабль. Мы отправляемся в самое сердце территории Федерации. Ударим по ним на земле и в воздухе. Панели пропал. Лейтенант Мэг, на полетную палубу. Когда начнется штурм, призраки должны быть на позиции. Мы будем готовы. Операцию возглавите вы, Кэш. Вы не с нами? Я буду координировать ресурсы. Я вас прикрою. Ваш отец был великим лидером. Тот же потенциал он видел в вас. Держи, Логан. Это принадлежало ему. Прости, ты сделал свою работу. Ты идешь с Мэриком. Все будет в порядке. Всем позывным. Силы Федерации вошли в наше воздушное пространство. Всем выйти на связь. Поехали. Объявляется тревога. Запуск на перехват. Надо помочь им очистить палубу и найти способ добраться до наземной установки. Приготовиться к воровской атаке. Нас штурмуют. Повторяю, всем на позиции. Нас штурмуют. На связь. Если они запустят спутники, то смогут поразить нас как раз и хотят в любом месте. Просто сотрут в порошок. Вы должны отбить атаку и доставить десантную группу. Объекты на палубе. Садится на корме!
Осприй сможет взлететь! Заряжаем! Сможет подняться в воздух через 2 минуты! Займитесь наведением! Надо направить десант! Заходы будут короткие! Будьте готовы отмечать цели! Нам понадобится транспорт для штурма наземной установки! Есть! Здесь сюда, ко мне! Они приближаются! Но у нас и так тут десант! Добудьте мне транспорт! Шевелим задницы, Логан! Подойди сюда! Всем отрядам! С севера приближаются шлюпки Федерации! Логан, к борту корабля! Вперед! Они лезут на корабль! Уничтожить шлюпки! Оружие заряжено! Обстрел готов к взлету! Враги лезут по борту корабля!
слышите? МиГ-24 в тебе! Отличные попадания! Нас отрезали! Мы не можем помочь ганшипам! Логан, авианосец спасен. Пора присоединиться к штурму. Центр, есть для нас транспорт? Р-6 уже на подходе. Большое количество пушек на раз приближается через атмосферу. Спутники активированы. Давай, сейчас приготовим тревогу. Тревога, удар. Пошли, пошли, пошли. Вышка рушится. Осторожно! Острый! Осторожно! К вертолету! Живее, Логан! Слушай, вперед! Видимо, это спутники Федерации! Они активировали чертову штуковину! У нас одна попытка! Надо присоединиться к штурму и вырубить наземную установку! Иначе войне конец! Атакуем две цели одновременно. Мы отправили штурмовую группу на космическую станцию Федерации. Их задача — захватить станцию и взять под контроль орбитальное оружие. Чтобы они смогли это сделать, мы должны уничтожить ретранслятор раннего предупреждения на Земле. Эш, ты со своей группой должен будешь захватить их штаб и запустить ракету в ретранслятор. Там может быть Рорк, но задание прежде всего. Танковый батальон проделает для вас бред в обороне. Сопротивление будет таким, какого вы за всю войну не встречали. Если все получится, у наших ребят в космосе будет шанс на победу. Парашюты готовы! Танк готов! Очистить зону для сброса техники! Экипажам всех танков приготовиться к сбросу через 2 минуты. Центр, мы выходим в зону мощного зенитного обстрела. До зоны сброса 500 метров. Не отклоняться от курса. Танки нужно доставить точно на место. Центр, конец связи. Нам дали зеленый свет. Запуск всех систем. Вас понял. Бэджер 2 готов. Оружейные системы включены. GPS работает. Танк полностью... Зараза! Я с этой стороны! Готов? Взяли! Осторожно! Приближаются несколько ЛА! Открываю двери кузового отсека! Ждем приказов. Группа правых перекипов.
Тащи! По твоей команде. А наша еще нет. Возьмем этого ублюдка.
Враг в зоне 3-1 нейтрализован, идем к погрузочной площадке. Ясно. Центр! Уходите просто! Сейчас несем вас!
Система наведения сильно сбоит, но стрелять может. Система наведения сдохла! Продолжайте вести огонь! Осторожно! Ликвидировать турели! Центр, все зенитные турели уничтожены. Можно сбрасывать посылку. Всем, кто меня слышит, срочно покинуть зону. К ней приближается опасный груз. Груз уже... Большой, два, давай!